Сотрудники Роспотребнадзора, ГИБДД и Ространснадзора продолжают проводить рейды. Проверяют, как соблюдают санитарные меры в общественном транспорте. Сегодня специалисты ведомств мониторили наиболее оживленные общественные остановки города. Так, по требованиям у водителя должен быть запас защитных масок и антисептиков на день. Кроме того, все пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты, и салон не должен быть переполнен. Подобные рейды проводятся регулярно. По выявленным нарушениям составляют протоколы и принимают административные санкции.